что-то не один, иду, у нас тепло, но может еще днем будет хорошо. Иду, короче, за своей посылкой. Точнее, не посылкой, а заказ. Рыбу привозят. Ну, рыбу, рыбные там продукты, всякие креветки, печень, трески и так далее. На рынок субботний, который привозят, короче, с севера. Вот я заказывала, там хорошую продукцию. И там красную рыбу заказывали. У них там получается намного дешевле, она не перемороженная, а то есть охлажденная. Такие креветки иранские. Здесь, короче, 2 килограмма, 1400. Медальоны, гребешок. Я сначала купила, пока там стояла, ждала. Их замерзла, они опоздали. Приехали минут на 15 позже, но да ладно. Пока там ждала, в общем, не только одну розу взяла, но и еще другую какую-то розу тоже, плетущая. И какой-то куст такой красный цветет. Ну, креветка реально очень крупная. Но тут две прицепилась, но вот так.